Карточки могут существенно увеличить скорость запоминания слов. Это связано с работой нашей памяти. Карточки дают возможность сосредоточиться на тех словах, которые по какой-то причине запоминаются плохо. Сейчас я вам покажу способ запоминания карточек. Возьмем коробку с неправильными глаголами. Откроем ее. Сейчас мы не будем заучивать все три формы, а сосредоточимся только на первой. Берем первые три карточки, читаем их вслух и пытаемся запомнить. Знать, know, иметь, have, видеть, see. Теперь повторим их. Видеть, see, иметь, have, знать, know. Держать, hold, идти, ехать, go, находить. Find. Добавим эти три карточки к нашим предыдущим трем. И повторим. Находить. Find. Идти, ехать. Go. Держать. Hold. Знать. Know. Иметь. Have. Видеть. See. Теперь у нас получается всего 9. Получать, get, думать, think, падать, fall. Добавим их к нашим теперь уже 6 карточкам и повторим. Падать, fall, думать. Предположим, забыли. Think откладываем в сторону. Получать. Get. Видеть. See. Иметь. Have. Знать. Забыли. Know. Откладываем в сторону. Держать. Hold. Идти, ехать. Go. Находить. Find. Итого у нас получилось 7 слов, которые мы запомнили, и 2, которые мы забыли, из 9. По такому же принципу мы учим следующие 9 слов, и после них еще 9 слов. Представим, что из каждых 9 слов какое-то количество слов у нас запомнится, какое-то забудется. Забудется, как правило, мало. Например, 2 отсюда и 1 отсюда. Мы рекомендуем учить по 27 слов за один подход, затем делать перерыв. И следующий подход начинает с повторения тех слов, которые вы выучили в первом подходе. Как приступать к повторению? Мы берем все наши 27 слов. Когда мы начинаем повторение, мы начинаем его с повторения всех слов, которые у нас запомнились хуже или не запомнились вообще, и заканчиваем повторением тех, которые запомнились. И только после этого приступаем к изучению следующих 27 слов. Желаю вам удачи в изучении английских слов и уверен, что все у вас получится. I wish you best of luck in memorizing all the words.